Всех приветствую на канале ProTuning Company. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы сейчас вам расскажем продолжение запуска автосервиса на Российской 263 в городе Краснодаре. Поехали! Ну что, ребят, поехали. Расскажу вам, на каком этапе запуск нашего нового автосервиса. Вы помните здание? Оно было белого цвета абсолютно. Мы сейчас красим фасад. Дизайн вы утвердили в голосовалке вместе с нами. Спасибо вам большое. Получился крутой дизайн. Весь фасад красится в черный цвет. Некоторые элементы красного. Наш красивый логотип, который сейчас пока в пленке. Здание покрыто черным грунтом и выкрашивается сейчас уже финишным слоем в черный цвет. Сложности возникли в покраске из-за погодных условий. Дожди не давали нам красить, ветер, дождь. Соответственно, задержка пошла больше, чем на неделю. Посмотрите также, как красиво расположили баннера на фасаде с описанием наших услуг, что мы здесь делаем, чтобы вы могли быстро ориентироваться и понимать, куда вы едете. Идем дальше, покажем, что внутри, и также в рем-зоне и в зоне клиентского ожидания. Поехали. Мы находимся в клиентской зоне. Здесь произошли изменения, но минимально. Сам офис в приличном состоянии, все выглядит красиво. Заменили таблички, повесили наш фирменный красивый логотип светящийся. Наши менеджеры теперь красиво встречают нас в фирменных рубашках и бейджиках. Также для всего персонала готовится спецодежда. Идемте в рем-зону, покажем, что делаем мы там. Мы находимся в рем-зоне. Как видите, здесь произошли большие изменения. Посмотрите, какие стали красивые черные стены. Уже фасад, который был изнутри в белом цвете, потерял свою сочную, как говорится, новинку и картинку. Мы все это дело окрасили в черный мат, наш фирменный стиль, повесили наши баннера с услугами, которые делаем мы в наших филиалах. И также сейчас продолжаем окрашивать оборудование, освежать. То есть все, вот, что вы видите, подъемники, оборудование будет выкрашено в черно-красный цвет. Посмотрите, какие красивые панорамные освещения сделали вокруг каждой арки, что дает красивый свет, комфортную работу для наших мастеров и сотрудников. Здесь у нас будет зона выдачи автомобиля. Порядка 100 квадратов будет выложено красивой нашей плиткой фирменной в черно-красном стиле, прорезиненной. И будет здесь очень крутой логотип наш ProTuning, где будем снимать видео-фотоконтент для вас. В чем еще преимущество? Смотрите, какое панорамное красивое остекление, где можно, ожидая выполнения своих работ, видеть, что происходит с вашим автомобилем. Комфортная зона, уже ребята готовы встречать клиентов, так что мы работаем уже потихоньку, вы видите, автомобили находятся в работе, выполняются уже технические обслуживания, поэтому также мы набираем в нашу команду, чтобы наполнить ее ребятами, которые хотят развиваться, хотят показать себя как мастеров, в отдел продаж, специалистов. Пишите нам, пишите в компанию ProTuning, в отдел кадров, и мы проведем собеседование и ждем лучших ребят, которые хотят развиваться вместе с нами. Ну что, ребят, провели вам небольшую экскурсию. С нетерпением ждем открытия. Как вы видите, все в процессе. Работаем на полную силу. Даже когда закрывается сервис, ребята продолжают работать. Очень хотим запуститься как можно быстрее. Ждите на основном аккаунте Instagram. Мы вам анонсируем точную дату открытия, где будет перелезание ленточки, небольшой фуршет. ProTuning автосервис. Скоро официальный запуск. Ждите новый выпуск.